Эй, это Let's Play. Секундочку, я все проверю. Да, все хорошо. В общем, короче, планы немного поменялись. Space Hulk Deathwing, короче, выходит 14 числа вместо 7, вместо 9. В общем, короче, я буду записывать летсплейчик. В предыдущей части мы, короче, немного обтрухали портки от страха, поэтому купили себе вот этот замечательный костюм сантехника канализационных служб. Вот такой вот, да. У него тут даже баллон с воздухом, ну, чтобы дышать, потому что дерьмом дышать невозможно. И что мы делаем, Мы идем с Элли по дороге, вымощенной из моих кирпичей. Вот, примерно как-то так. Ну, в каком-то там машинном отделении. Контактные мины. Будем контактировать. Нет. Не шуми. Нет, вы меня не напугаете. Я слишком крут. А вот добежать вполне можете. Оп, так. Хитрее, я сильнее, я быстрее вас. Хо-хо-хо. Ха-ха, хо-хо. Итак, на самом деле, я уже начинал эту запись. Правда, у меня что-то комп крашнулся. И нет, короче, чуть-чуть знаю, что будет дальше. Поэтому я вам ничего не расскажу. Мы сейчас быстренько все вставим. И пойдем, как будто так и было. Мы возьмем ПЗК, ОБ, ЗРД, как-то странно не звучало. Альт и все. Короче, нужно больше силовых этих штучек. Я там не обращаю внимания, иногда буду за кадром менять свой костюм на вот этот, потому что там 10% скидка на всякие вкусняшки. Что это было? Почему меня? Почему меня отдало? Не знаю. Что-то походу система. Вот. Ну, я, возможно, за кадром просто буду переодеваться вот в костюм болотника и там продавать халам всякие. Ну, не знаю. Я подумаю над этим, но возможно. Ну, я же еврей, блин. У меня 10% скидка в магазине. Это очень круто. На каждые 10 чего? Узлов я буду покупать 11. Короче, чувак явно любит фарш из людей. Поэтому хочет, чтобы я присоединился к его армии фарша. Больные ублюдки, блин. Некроморфов сделали. А куда труп делся? Типа сейчас? Вот. Вот. Некроморфов сделали. Блин, как тебя там? Из меня фарш хотят сделать, люди меня не любят, некроморфы тоже меня не любят, никто меня не любит, что за херня? О, блядь, сам налетел, молодец. Веселое происходит, а я вообще не приглашен на банкет. Непорядок. Бля.
Маха-муха, где я? Куда мне смотреть? Ага. Вот, спасибо, маленькие. Что бы вы там ни были. Джош и Синтия, окей. Наверное, это были Джош и Синтия. Я, конечно, не могу утверждать на 100%. Но предположим, что так оно есть. Кольцо реактора. Я надеюсь, меня здесь пердак не подожгет. Ого. 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 Что? Барбекюшница какая-то? Модная. Ну да. Убери свой тентакль с моего пульса. Блин. Так. Он, кстати, похож на огромный сфинктер. Я где-то в районе ануса, похоже. Та-ра-там. Куда их? Зачем? А. Well done, boy. Мне нравится то, что каким-то баллончиком можно открыть массивную дверь железную. Я, конечно, не знаю, что закачано в этих баллончиках. У них весело. Но мне как-то не очень. А, я типа забрал ее? Или нет? А кому какое дело? Пол инвентаря уже в пламе. Хрен и сантехника. Вантус и все остальное. Нифига себе, какая паутинка. Пауков, надеюсь, не будет. Я их... Ну как? Ру-ру. Что это было? Ру-ру. А-а-а. Ах, вот ты какой. Какой, а? Хитрый. И друзья твои дохлые. А что тут было? А! Стоп! Это же... Вон, мы оттуда начинали. Ёшкин, корешки. Или у тебя что, месячные? Ну, ну, потерпи. Скоро это пройдет. Во-во-во. Jesus, Strauss. You okay? It's getting worse. What is step four? Who will be waiting? If the screws, if the needle, she'll be waiting. He's not gonna make it. We gotta keep moving. There's an industrial transport upstairs. Runs on the same spoke as the commuter train. It should get us to government sector. One of us will have to deploy it from the gearhouse. Still asking. Угадайте кого. Господи, понимаете, на ушах это космонавтская, как-то космонавтская. Да нахер. Слушайте, я походу где-то протерял, короче, этот с дротиком метом. Схему. Не знаю, где я умудрился. Вообще без понятия, на самом деле. Мне кажется, он уже должен быть. Ну, это моё мнение, конечно. Ё-моё. Все мне предлагают идти туда, да? Ну, ладно.
Я вообще не понимаю, откуда там берется пламя. А, это вот типа отсюда забирается. И что он тут прожигает? Жизнь свою? Больше вроде нечего. Ну, ладно, им виднее. Блядь! Вот слышал же эту сраную нарастающую музыку потихонечку. Ага. Пошел в анус. Свистелки-перделки. Здесь-то почему закрыто? Значит, ты была не идеальной. Блять, да чтоб вас. Блять, детишки сраные. Я еще косой. О, нормально. Chain reaction. Чё? Куда вы там вообще беретесь? Чуть не понял. Конечно. Борис, блядь, хер попадешь. Кончайтесь уже. Я не рад вам. Где магазин, короче? Магазин скоро? О, отлично, скоро. Наверное. Так, стоп. А, я тут был. Ну, значит, тут больше ничего нет. Если я заставил тебя усомниться во мне, значит, так-то мой блядь. Так-так-так. Ага. Ну-ка. Ты самолет-то. Ебать, она умирает в замедленном действии. Шутка. Обычно ничего не влазит уже. Чё там, аудио? Погнали. Похоже, не дошел. Ну, ничего. На этой войне должны быть жертвы. Вы только посмотрите, сколько патронов к силовому резаку. Я ж продам их. Ну, столько не надо. Что? У меня нет патронов. Ну, без них-то нехорошо. Нет, мы выпьем. А можно разделить и продать? Ладно, просто продадим. Ну, все, костюм же у нас недавно был, так что насрать. Нет, давайте я все-таки посмотрю. Есть тут дротикомё... Так он был! Где я его подобрал? Когда? Хер его знает. Блин. Ну, лоханулся, чё. Ну, хер с ним. Короче, не буду покупать. Купим царских цацок. На все бабло, что у нас есть. Используем бесполезную аптечку. Так, перезарядим, потому что у нас... Во! Ну, все.
Опять бесполезная аптечка. Господи, можно ширяться просто до бесконечности. Ты чё такое? А, руки, но Эдвард, руки, кучки, ножницы. О, блядь. Ублюдки! Стой, я тебя раздавлю. Куда ты? Слышь, ты, шаловливая ручонка. Блядь, столько патронов потратил. Как вот... Чё там? Банька? Турецкая? Как она там? Хамам? Если ты отсюда вывалишься... Или отсюда вывалишься? Ладно, не вывалишься. Кто здесь? А... Warning. Damage to glass could cause vacuum. Вот, запомните. Он Ишимура, что ли, стоит? Не-не-не-не, короче, не пойду я на него. Я вот прям чувствую то, что Ишимура где-то рядом. Блять. Не хотел ломать стекло, на самом деле. Не пойду я на Ишимуру. Там сыпятно. Короче, давайте небольшую уборку сделаем. Чуть себя не убрал. Тут чуть-чуть осталось, ну ладно. Надо вызвать клининговую компанию. Но, не вини меня во всех своих проблемах, женщина. Я сказал потом так, потому что ты этого хотела. Блять, я испугался того, что я сделал. Успел все-таки отросточек свой сбросить. Что? А, который заложился? Хер с тобой. Чавка. Мне, конечно, другие немного ассоциации, но я не буду о них говорить. Вот именно с этим. Чавка. Че это? Чуть-чуть уберемся. Эй, ну-ка. Подарочек на будущее. Пускай лежит там. То есть он там будет валяться. Вот так вот. Наша бравая Элли пропахала этот путь от самого низа. Чавка. Еще лучше. Я на самом деле не помню, что там было на записи, и досмотрел ли он ее вообще. Честная, пионерская.
что это такое? Что там чавкает? Ты? Что там, что-то застряло? Вроде ничего. Ну все, и вали отсюда. Ух ты, какой! На тебе, блин. Да забери свою пластинку. Не буду ее трогать. Головожопик. Хотя нет, головожопики это другие. Тут эти детишки. Или голова там жопа. Ха-ха-ха-ха. Шуточки за 300. Ну, в смысле? Держись там. Ладно, понял. Что я должен сделать? А, я должен найти запчасти. Угу. Хорошо. Все, у меня есть запчасти. Наворовал. Уйдем. Большой. Сюда. Окей, сюда. О, конструкторы решать умею. Но сначала... Так. 7. Так, и... Нет, конечно. Вот так. Мне интересно, что там за спец. Прям архиинтересно. Да-да-да, хочу. Что-то нажать надо, да? Куда вы здесь? Как вы сюда поднялись? Чё, дверь какую-то открыли? Так, я тут, кстати, заряжался. Не хочу, это слишком долго. Ждать. Я должен её включить или дождался их? Задача здесь, ну ладно. Поехали. Конечно нет. У нее же не было фонарика. Блять, фонарик в голове. В голове. В горле, блин. Да у нее везде там фонарик. Стробоскоп, блин, проглотила в детстве. О, вот нормальная тёлка. Правда, ешка с каким-то ебанутым. Ну, в принципе, как и я. Че ты на меня орешь? Вот именно на меня, не на Айзека. Блин, он мне прям в душу заглянул только что. Сказал, не пялься на меня. Хочу пялить, блин. Ну, ладно, буду на задницу Элли пялиться. О, мой бог. Это Ишимура. Ебаный. Да. Ты был прайдом CEC. Это сад история, на самом деле. Я слышал, что все на борту умерли. Some sort of terrorist attack. Terrorist attack? What happened aboard that ship was no terrorist attack. What do you mean? That's where all this started, Ellie. Everything that's happening here happened on that ship. I saw it. I was on board when it happened. Hey, what?
what's happening? I don't know. Something must be blocking the track. Stay here. I'll take a look. Там по-любому какая-нибудь клака снизу. Другого-то не может быть. Да? Нет. Так ты двери забыл открыть. Кто-то орёт. Что это за звуки? Ты мне там похрюкай где-то на днище своем. Совсем распоясались. На! Бесите меня этими звуками. Ну я догадываюсь, что здесь будут страусы. Не добежал. Ох. А где его тело? Патрон-то отдай. Я слышал тебя. Беги сюда. Давайте ко мне. Гули-гули-гули. Ни головы, ни ножек. Ох, ни хрена себе. Кому кишку? Бесплатная. Сюда подходим. Да. Что-то слышу, что-то там топает, хлюпает. Это ж ёбушки. Хорошо, я понял. Где-то мое. Бенч. Силовой резак. Можешь его. Не знает границ. Почему у меня начали патроны кончаться? Вот этого не понимаю. Нет ног, нет мультиков. Ублюдок. Че, реально патронов больше нет? Ну ладно. Сто денег достраки. Конечно, это те патроны, которые мне нужны. Ох ты. Чуть не пропустил. О. Это...
как-то не очень. Болел, что ли, в детстве? Так, что это у тебя тут? Снайперские заряды. Убей себя. Свои снайперские заряды. Простите за ожидание. Это лифт. Не очень. Ой, я помню, можно было делать некоторые трюки. Ну, давай. Оп! Фокусник, блин. Отличный трюк. Мне кажется, все удалось. После фокусника просто порвало чуть-чуть. Вот это был трюк. О-но-но. Как? Какого черта? Патронов нет, а рюкзак полный. Ой, этот ракурс. А, тут схем до сраки. О, зато магазин есть. Хорошо. Нихера я их перемещаю, если я ими... Ну ладно, вдруг что-то случится и... О! Патроны, привет. А что это вы тут у меня делали? Хм, костюмы нельзя продать. Я бы продал. Ладно, мне столько аптечек не надо. Лучше я приберегу, вдруг где-то понадобится. Хотя нет. Я одну продам. Все ради чего? Правильно. Узелки. 7 узлов. Есть у меня некоторые подозрения, то что все-таки что-то я не предусмотрел. Рвануть, говорить должен. Пиу. Весь день бы этим занимался. Меня подождать не судьба, да? Подали на меня тогда в лифте. Ладно. Ну где они? Давай, еще одну. А ты чё такой незаметный-то, я не понял. На.
Прыжок не удался. А, ладно, короче, будем быстрее вот это делать. На них патронов не наберешься. Ну. Так, отдай, что у тебя там есть. Куда подниматься-то? Сюда, да? А, нихера не вижу. Стробоскопы слепят. Блять. Господи. Сатана. Заходим, валим, валим. Давай, 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 давай. Мы же сгорим. Жареный Айзек не очень. Отлично. Куда мы едем? He's using the solar beam. We gotta stop the transport now. Oh, shit. He's cut the station in half. There's no tracks to get across on. Back us up. Back us up to the station. What? Why? Just do it, Ellie. Hurry. The Ishimura. If the gravity tethers are still functional, I can... You can snag up a sec and drag it back? Isaac, this is ridiculous. If I can line the tracks up just for a few seconds, you should be able to get the transport across. Stay ready. And take care of Strauss. Isaac, no. This is a really bad idea. Я абсолютно с тобой согласен. Девочка, отговори его, пожалуйста. Не хочу я туда идти. Ненавижу этот корабль. Прям насколько он крутой, настолько ненавижу. Ждите. Ага. Там же уэбки бегают. Привет, Ишимурка. Конечно, там кто-то гадит уже. Чё, нет? Ой, сколько голосов. Вы меня приветствуете, да? Старый добрый мой. Я бы не сказал то, что дела шли плохо. Дела вообще накрылись одной большой. Привет, Зуки Шмуры. Господи, пылесос? Да, тут не пылесос нужен, тут напалм нужен. Кто там был? Кто это тут со мной решил поговорить? Я тебя не знаю, я знать не хочу. Вот как в старые добрые времена, жопа жопой. Ладно. Хотя сейва не было тогда. Это я помню. Да-да-да.
О, смотрите, чтобы некроморфы не лазили, нужно красной изолентой все залепить. Действительно, это поможет, да-да-да. Сам знаю, красная изолента лучшая, лучше, среди лучших. Ара-ра-ра. Кто там ара-ра делает? Это вы там, да? Ой, текстовая. Наконец-то я вам зачитаю что-нибудь. Не понимаю. Кто-то засовывает бумагу туалетную в сортир. Типа это весело смешно. Блять! Чтоб у вас дома в сортире вытяжка так свистела. Ну, это аудио, окей. Давай. Правильно, чувак, правильно. Этому кораблю пипец. Ё-моё. Я почти уверен, это небезопасно. Как может быть безопасно то... Забудь бы это. Как в страшном сне. Блин, это ж надо было догадаться, и Шамуру притаранить. Блин. Надеюсь, я тут буду недолго. Ха, вот здесь мы нашли первый раз силовой резак. Ой, не силовой резак, а плазменный резак. Ха-ха. О. Блин. Добавляет эффект стазиса к альтернативному огню. Прикольно. Что-то там за стеной скребется, мне прям вообще не нравится. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Восемь. Что это там ползает за стеной? Ой, блин. Знали бы, какие у меня мурашки по коже бегают. Я все жду подвоха какого-нибудь. Кто это тут буянит?
Включите, пожалуйста. Это напрягает. Это прям напрягает. Блин, я реально забыл то, что придется по Ишимуре ходить. Нормальные герои всегда идут в обход. Еще голоса эти. Я с тобой абсолютно согласен, но вынужден бродить по жопошному миру Ишимуры. Тут столько этих голосов, шептаний. Не нравится мне то, что никого нету. О, прикольно. Восхитительно. Ох ты, блядь. Чё, пободаться хочешь? Попадаемся. Слабак. Но меня больше пугает длинный коридор. Он слишком длинный. Нет, мне не швабра нужна, мне нужны патроны. Есть подозрения. Некоторые. О, что? Они лезут на корабль. Отлично. Мне кажется, я совершил некоторую ошибку. О, блядь! Сколько вас будет лезть? Все? И это все? Слабаки. Я бы больше войск отправил на меня. Сыграй на тяжелом уровне сложности, тогда и будет чем похвалиться. Угу. Хуюшки. Страшно же, блин. Вон, рулонами еще закидывают какими-то.
Спасибо, хоть фонарик, блин, сбросили. Уроды. Я ухожу от вас. Правильно. Для всего остального есть MasterCard, не нужно больше лишних слов. Вот здесь всегда что-то было. Вот. Да-да-да. Я помню. Спасибо Тёме. Я все посмотрел. Да, не вру. 12-ю часть я еще не посмотрел. Не было времени. Санация. А что такое санация? Я не знаю, честно. Свежо предание, довериться с трудом, как говорится. Все это так хорошо помнится. Давайте сначала сохранюсь, потом будем в магазине ковыряться. Я, конечно, не уверен, что я сохранился. Ну-ка, атака. А, атака уверен. Алмазный! Нифига себе. 25 штук. Блин, я скоро буду патроны, походу, покупать. Небольшие. Значительные. А тут есть костюм бодрого инженера. Видимо, нет еще. Ну ладно. Пока нету бодрого инженера. Можно затариться. Это, блин, все деньги потратил, нахрен с ними. Деньги ничто. Узлы все. Тем уже там чуть-чуть осталось, да, пойти. Можно будет потом не покупать их вообще. А, куда нам? Не, а тут больше некуда. Ой, придурки. Да я бы вас всех разложил на суп. Конченые люди. Просто... А, ладно, чё я на них ругаюсь? Они все равно сдохли. Ха-ха-ха! Так им и надо. А тут-то, смотрите, изолента не залеплена. Значит, что? Значит, они будут идти к нам. Все дело... А, синий. Не синий, а красный. Все дело в красной изоленте, на самом деле. Вот и все. А, нет, мне это не нужно. Мы будем ЗДР делать. Что так оставим. Теперь у нас больше ЗДР. Типа больше ЗДР. Что-то вроде столько же. Ладно. Ну давай. Помню, в прошлый раз здесь было месиво.
Так, вы меня просто пугаете. Ага, напарили типа, да? Ну ладно. Фу, это лампа, блин, неудачно светит. Я не знаю, мне кажется, что-то сзади есть. Жопе. Не, да. Туда, да. Значит, мы пойдем от обратного. Как это дерьмо опять здесь появилось? Думал, кто-то сзади бежит, потому что вот эта вот херня качнулась, только вот, где-то здесь она валяется. Я думал, кто-то сзади меня сейчас это жулькнет. А не, это я задел. Да. Кто там? А, блядь. Я аж как-то растерялся. Блядь! Вот почему всегда стоит смотреть за спину, а не только обращать то, что впереди. Блять, как же он меня напугал. Такие, сука, все бесшумные, блин, до определенного момента. Аж плакать хочется. Центрифугу разобрали, да? Умники. Вот Тёма её чинил, они взяли, сломали. Ну, да, как так можно? Ладно. Полетели, Тёмину работу опять проделаем. Не знаю, правда, что тут надо делать. Недостающие блоки вставить, да? Ну, давайте попробуем. Да. Хорошо, видимо. А, та-там, пам-пам-пам-пам.
то, что я хотел, конечно. Ну ладно. Куда он улетел? Эй, вернись, я все прощу. Ты мне нужен. А, вот. В упор не вижу. Так, все собрали? Нет, это еще один. Ну, блин. О. Силовой блок. Силовой резак. Что это такое? А где еще одна-то запчасть? Почему я не вижу? А, я в шары долблюсь, походу. Вы, наверное, уже давно ее увидели. Вон оно. Блин. А, там их еще как-то правильно надо было ставить. Я от балды пихал. Воу-воу-воу, не включайте сейчас, пожалуйста. Сначала свалю отсюда. А то знаю я вас. Что там? Походу опять внизу придется бегать. Давай, заводись, Deus Ex Machina. О, отлично. Блин, круто, чё наши так, кстати, не изобретут такую фигню? Блин, а чё, мне не надо сюда? А, мне теперь обратно. Я-то думал опять внизу бегать, веселиться. Блять, обратно, там же опять этот коридор. Полный говна и палок. О-хо-хо-хо-хо. Так, не хочется идти туда. Блять! Иди в жопу. Вот так вот, да? Приехали, блин. Ты будешь освещать мне путь? Что, опять декомпрессию сейчас будем делать? Я тебя вижу. Тупица. Давай, откуда? Где ты? Давай. Ой, блядь, детишки. Хламоны. И там детишки. Орут, блядь, как бабы. Может, там действительно одни бабы? Ну, не знаю, там, по какому гендерному признаку это все происходит. Да. Ублюдки. Да, ты тоже ублюдок. На.
Блять. Скоро закончится эта помойка. В прямом смысле. Правда, правильно говорить. Помывка. А мне насрать. Опять все патроны пробили. Ну все, Стросс поехал, вообще основательно, по-моему. Какие-то шаги там надо делать. Ты меня не наебешь, вот, ну честно. Вот, ну никак. Вот, где эта штука? Козёл. В смысле, ты был мёртвым? Да, ну не поверю. И насрать, что ты дропнул. Ничего не дропнул, козёл. По-моему, раньше здесь не было освещения. Или мне кажется? И у них очень странный дисплей. Мне кажется, это просто... Знаете, эта штука, на которых инженеры там разряжают. Или кто там разрезает? Ну, такой коврик. Такой зелененько-матовый какой-то. Все это было. Не суть важно. Силовой блок. Да, я уверен. Уверен. Что такое силовой блок? Никто не видел. Силовой пистолет, знаем. Силовой блок. А, это патроны. Да. Херня какая. Оставлю. По-любому скоро костюмчик. Хотя, не знаю. Там, по сути дела, здоровье только улучшать. Больше ничего. Ну, хрен с ним. Оставим. Ладно. Я думаю, сейчас выберемся из Ишимуры. Доедем там до нужного места, и я засейвлюсь, и это будет наша четвертая часть. Да, как выжила? Изыди именем света! Что-то слышал. Крадучись, как будто я тебя не вижу. Что-то много патронов потратил. Ну, ладно. А хотя нет, нормально. Так. Из вас я выбыл все. А. Так вот же оно, решение проблемы. Ой-ой-ой. Именем святого рулона и красной изоленты, извините. Чё, кататься на вагонетке опять этой? Поехали, коль не шутите. What? Ah, shit. Are you okay?
Yeah, I'm fine. But he stopped talking. He won't look at me. How's it going at your end? Well, please tell me this plan's going to work. I'm almost there. I'm headed to the bridge now to activate the gravity tethers. Well, good. They're swarming in through a hole in the medical deck. At least you won't have to go through there. Unexpected obstruction ahead. Shuttle down. Конечно. Да я как бы, дорогая, себя не сдерживаю, просто я чуть-чуть ссу. Ой, блин. Фига, кто-то это обкончался, судя по всему. Интересно, кстати, на меня статис действует? Ну, такой вопрос. К знатокам. Я потому что не уверен, что он на меня не действует. Да хватит малой аптечки дропать, ну. Патронов лучше дайте. Блин. Не хочу туда. Там бессмертный этот, блядь. Был. Если он опять здесь будет, я вообще нахер. Ты бессмертный? Нет. Ой, блядь. Ну ладно. Ну что, всех убил. Молодец. Да, тактика такая. Угу. Вы меня не переубедите. Я ломал панель. Что? Ты что там жалуешься, я не понял. Штырь! Опять торчит. Упал. Белой чайкой. На дно. Пипяу. Патронов нету, то есть, то нету, то есть. Ну ладно. Да. Там уже мало. Будем с этим ходить. В принципе, он разрывает там на ура. Вместо того, что патроны придется выбивать из них каждый раз. Ну, хорошо, что там никого нету. Да, ты сохранись уже, а? Можно позвонить security? Вызвать их. Мне нужна защита. Тут походу оргия была, судя по заляпанным стенам. Прям такая нормальная, жесткая оргия. В общем, они тут все скончались. Strange.
Блядь, нихера у нее жуткое лицо было. О-о-о. Вообще. Как будто она улыбается. Я вырубайся уже. Хватит жути нагонять. Интересно, все-таки по истории она самоубийством покончила или нет? Я не знаю, на что она... Так, так, так. Давайте-ка вот без этого дерьма и без бессмертных. Бессмертного дерьма не хватало. Короче, клининговая компания здесь явно не справилась со своей задачей. Не знаю, за что им платили. Ну, сука, весь этаж засран. Ну ладно, по крайней мере, я знаю, что там что-то есть. А, оно наверх залезло. Ну ладно. Пускай будет так. О, это же моя метла. Я сейчас как Гарри Поттер полечу. Походу не полечу. Ладно. Не, а вдруг кто-то вылезет? Давайте. Давай. Влазь. Влазь, 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 влазь. Не хочешь, как хочешь. Что, тебя заставлять буду, что ли? Блять. Погоди, где моя метла Гарри Поттера? Вот так. Суровая. Так, надо себе патроны выбить. Вот так. Ася, Гарри Поттер на убийственных вещах летает. Где он? Кажется, он не добежал. О-о-о-о-о. Где? Что? Ну, блядь! Походу, труп заморозил. Тихо. Не шумите здесь. Воу! А здесь-то... Если вы понимаете, от чего я смеюсь. Они тут нормально зажигали. Прям. Достойненько. Так, open the door. Где? Мётлами закидать.
Что я не так дал стазис? Нахерся. Кстати, прошло. Ё-моё. Смотрите, как я борелись. Смотрите, вот эта вся херня очень похожа на арабский. О, блядь. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Не арабский, а тайские символы, по крайней мере. Блядь, маленький. В смысле? Вы серьезно? Тупо две маленькие аптечки и все. Патроны. И все. То есть я на это потратил один узел. Достойненько. В кои-то веки мне это аукнулось. Ладно. Кстати, если бы разработчики бы сделали... похер, давайте вставим. Если найдем, то что-нибудь придумаем. Или не придумаем. Если бы разработчики как-нибудь вставили еще в DS, ты отправишь в верстак, а там лицо Николя, она такая... Сделай нас единой! Вот я бы такие бы коллагмиты сотворил под собой. Ну, это как сталактиты, только... Ну, понял. Да, мне, в принципе, пофиг, что ты там делал. Ты же сдохла все равно. Ну, подумаешь, расчленили один раз или два. Я, конечно, понимаю, то, что о мертвых плохо не говорят, но... В ее случае плохо говорить можно. Потому что... Иначе это просто... Прожжет дыру. В диване. Не знаю, причем здесь диван, но предположим, что будет именно так. Ну ладно, стазис на батарее мы оставим. Что, есть новое что-нибудь? Конечно же нет. Ладно, мы купим один силовой узел. Так, чтобы, если что, открыть что-нибудь. Куда? А, к вагонеткам опять. То есть мы прошли через... Ну ладно. А что это вдруг здесь зона гравитации? Вроде уже привык, но, блин, вот это вот ее. Когда она там рвет меня прямо в ухо, как Синдул. Что это было? Что это? Что там? Ты меня тут похулиганишь.
чего ты, чего? Гаун. А, это они. Гений. Просто вот. Они отметили краской на стенах, что нужно почистить. И при этом еще написали на чистой стене. Блять, уборщики от бога. Да. Бож, говорит, помой. А то не понимает. Ага. Было такое? Не проведете меня? Ну нифига я там. Стадо маленьких утят. Страус ты? Нет, не страус. Это же рукоходка. Блять, ты чё? Алло. Кощей. А, все. Так. Я что-то видел. Ебать. Пэнч. Я тебя видел. Походу я понял, как это срабатывает. Ты только отворачиваешься, а они такие бегут на тебя сразу. А, блин, говно меня каким-то помазал. Че, я тебе помазанный, что ли? Дерьмовый. Ладно. 106 патронов. Самое время тратить их. Кто там скрипит? Судя по звуку, там девочка прищемила ручку. Хотя нет. Судя по звуку, это страус. Понял. Ты тут? Ну смотрите, прям почти все прокачали, я не знаю. Можно, конечно. Что такое сквер, кстати? Увеличивает мою скорость. В смысле, я быстрее становлюсь. Ну тут можно, конечно, вот до вот этого довести. Такое себе. Слишком много цепей. Здесь можно альты прокачать. А больше-то нечего качать. Все. А, нет, стоп. Или да. Или что-то, погодите. Походу я что-то пропустил. Не. А, воздух здесь. А, все, плевать. На воздух надо срать. Вообще бесполезная вещь. Можно никогда не качать. Всегда есть какой-нибудь баллон там. Станется и подкачки. Блять, что тут? Где? Куда оно делось? Ага. Хер тебя. Подавись своим дерьмом, блин. Ублюдок. Козёл. Ай, блядь. Сука. Мандавошки эти.
Понимаю, что это за херня, которая отвалилась? Да. Там еще и дети плачут. Нихера, он что, реально полстанции, блин, распорол? Ой, упоротый. Повелеваю за Империум и Императора. На той же, на которой улетел Ксеномор. Ой, Ксеномор. Поехали! Так, куда мы летим? Я ничего не управляю. Мерзкое бабище, блин, со стробоскопом с детства проглоченным. Сейвилка. Сейчас мы доходим до сейвилки. Собираем еще барабан. А, вот, ладно, тут же. И мы заканчиваем эту часть, на самом деле. Потому что довольно-таки долго. Это Ишимура просто из меня высосала все соки. Я хочу расслабиться, сидя в своем царском кресле на Гаити. Поплескаться ножками в басике. И, конечно же, покрутить селочками. Ну, кого я обманываю. В Сибири такого дерьма нету. Вот. Так что все. Давайте-ка до скорых встреч. Пятая часть буквально не за горами. Увидимся.